Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, встретилась с руководством Одинцовской гимназии номер 14. Директор образовательного учреждения Игорь Конарский рассказал о подготовке школы к новому учебному году и о ходе строительства нового здания гимназии. Показал новый школьный стадион, который доступен во внеурочное время всем желающим. Встреча прошла в рамках партийного проекта «Новая школа» и контроля за исполнением наказов народной программы.